Ямал за развитие народной дипломатии. Проект направлен на популяризацию русского языка и культуры в мире. Регион продолжит сотрудничество с соотечественниками, проживающими за рубежом. Подробнее об основных направлениях деятельности Департамента внешних связей в 2020 году рассказал его руководитель замгубернатора Ямала Александр Мажаров. Мы оставляем все проекты, которые у нас были в этом году. Мы их просто в очередной раз усиливаем. Мы будем продолжать все проекты, которые очень важны для нас. Это опять русский мир, это сохранение русского языка среди наших соотечественников за рубежом. Мы будем сохранять все экологические проекты, мы будем сохранять и еще наоборот расширять научные наши исследования. Мы считаем, что то финансирование, которое сегодня выделяет правительство, оно достаточно будет для того, чтобы в полной мере отработать и решить те задачи, которые ставит губернатор автономного округа. Говоря о международной деятельности, Александр Мажаров напомнил о заявке Ямала на проведение арктических зимних игр. Дмитрий Артюхов представил ее в этом году в Исландии. Планируется, что наш регион станет хозяином этих международных стартов в 2026 году, сообщает пресс-служба губернатора.